Анимация стилета – это сборная солянка из других ножей. Во время доставания стилет делает такой же оборот вокруг пальца, как и М9. Когда он начинает его осматривать, он переворачивает его так же, как и Танта. Вот такой классный трюк явно был вдохновлен Кунаем. Подбрасывание уж очень сильно мне напоминает Скорпион. Такое чувство, что эта анимация удара была взята у Ягд-команды. Окей, эта анимация ниоткуда не взята. Ну и последнее, персонаж держит стилет так же некрасиво, как и стандартный нож. А что вы думаете насчет анимации стилета? Лично я считаю, что...